Кохме сгорел двухэтажный деревянный жилой дом. Пожар начался около 7 вечера 19 декабря. К тушению привлекли более 50 человек и 14 единиц техники. К счастью, погибших и пострадавших нет. Как стало известно, дом на улице Ивановской в свое время признали аварийным. Осенью жильцов начали расселять. Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания. На данный момент основные версии – неаккуратное обращение с огнем и техническая неисправность. На данный период проживала одна семья, которой также было предоставлено жилье, но было предоставлено время для того, чтобы она переехала. Горение произошло в той части, где люди не проживали. Пожарные подразделения прибывшие были приняты меры к эвакуации данной семьи, из-за чего было уничтожено 3 человека.